Ансамбль духовых инструментов Сибирь. Раз. Всем привет, добрый день, дорогие друзья, вы на канале Сибирь Образ, рад всех вас видеть. Пришла наконец-то посылка, и все оставшиеся элементы тоже дошли к нам, поэтому я сейчас соберу все в одно и покажу, что же это было у нас все-таки в посылке. На самом деле ничего такого сверхсекретного нету, просто у нашего коллектива и у ансамбля уже давно была такая идея сделать что-то в виде подсказки, информационной подсказки для наших зрителей, кто приходит на наши выступления, концерты, потому что очень часто так бывает, когда ты стоишь на сцене, выступаешь, у нас это постоянно бывает, мы видим, как зрители снимают на телефон, на фотоаппарат, на видеокамеры наши выступления, и нам самим интересно потом эти же выступления увидеть. Но потом приходишь домой, начинаешь искать в соцсетях, и ты не видишь никаких выступлений и не понимаешь, зачем, для чего, куда это все делать, где зрители, куда они выкладывают все эти ролики. Поэтому мы решили сделать такой информационный баннер с нашими группами, с нашими хэштегами, чтобы зрители это видели и выкладывали именно туда, чтобы нам тоже было приятно потом посмотреть на наше выступление. Поэтому сейчас я вам соберу это, и вы увидите, как это все выглядит. Смотрим. Такие два баннера у нас получились в итоге. Они будут всегда присутствовать на наших концертах, выступлениях. На этом я заканчиваю наше сегодня небольшое такое выступление, ролик, видео, я даже не знаю, как это назвать. Просто решил вам рассказать и показать, что у нас будет, что мы приобрели для нашего коллектива. Также, дорогие друзья, в очередной раз приглашаю вас всех на наш концерт 17 ноября. Это будет суббота в 18:00, органный зал КТЦ «Югра Классик». Сегодня я узнавал, в кассе оставалось всего 20 билетов, поэтому у кого есть желание, поторопитесь, приходите в кассу, приобретайте билеты на наш концерт. Увидимся 17 ноября в 18:00.